Таким необычным сделали это утро в Таганрогском роддоме волонтеры, представители молодежного актива города. Флешмоб «Спасибо медикам» организовал отдел по делам молодежи администрации Таганрога. Ребята выстроились в форме сердца и запустили в небо шарики со словами благодарности медикам. Кто-то может, конечно, сказать, что молодежь могла бы заняться чем-то более полезным. Но на наш взгляд, подобные акции сейчас, в такое непростое время, это действительно настоящая моральная поддержка для наших медиков. В этот день сотрудников роддома порадовали не только флешмобом. К ним в гости пришли заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева и начальник управления здравоохранения города Татьяна Подлесная. Они поздравили с наступающим праздником всех, кто помогает появиться на свет новому человеку, кто стоит на страже женского здоровья. От имени главы администрации города Таганрога Андрея Владимировича Лисинского позвольте вас поблагодарить за ваш труд и поздравить с вашим праздником. В эти не очень простые для каждого медицинского работника, да и вообще для каждого россиянина дни, наверное, мы немножко по-другому взглянули на ваш труд, и он всегда был почетен. А в эти периоды те люди, которые охраняют здоровье, заботятся о матери, о ребенке, они, конечно, на высоте. Ирина Голубева вручила виновникам торжества благодарственные письма и персональные открытки от главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого. Отметила медицинских работников и начальник управления здравоохранения города Татьяна Подлесная. Спасибо за ваш труд. В этом году и в прошлом году у вас были колоссальные успехи в том направлении, которым вы занимаетесь и жизнь посвятили. Но в этом году беспрецедентно низкий уровень младенческой смертности, 1,2. Такого у нас не было, наверное, за последние 15 лет. Это труд каждого. Трудно это переоценить. Наверное, нет человека в любой сфере, и даже не медицинского работника, а все, кто с нами, мы празднуем этот день вместе, потому что без каждого человека не было бы той работы, того результата, который у нас есть на сегодня. С праздником вас! А я вам желаю прежде всего здоровья и терпения, чтобы люди были благодарны вас за ваш труд. И, наверное, в эту сложную ситуацию действительно многие пересмотрели свое отношение к медицинским работникам, тот случай, когда нет худа без добра. На сегодняшний день в родильном доме работает 354 сотрудника, из них 47 квалифицированных врачей. Многие были отмечены грамотами областного и федерального значения, знаками «Отличник здравоохранения». Среди них Татьяна Бессараб, главный врач роддома, которая возглавляет его уже 13 лет. В 2019 году медики помогли появиться на свет 2141 ребенку. В этом году на свет появились уже 808 малышей. Причем, как отмечают медики, мальчиков сейчас рождается немного больше, чем девчонок.